Очень хочется поделиться первыми впечатлениями от встречи с музыкой преображения, встречи с чудом. Как интересно, встреча началась с обложки. И когда я увидела вот эту обложку в интернет-магазине, сразу захотелось поскорее встретиться с такой новинкой. Удивительный совершенно шрифт, которым написано название «Встреча с чудом», такой какой-то, он как будто бы в нотке сплетается, очень такой сказочный шрифт. И когда произошла встреча с мелодией, ощущение как будто бы, вот какая-то, как будто ты в сказку попадаешь, и сердце начинает как-то созвучать этой сказке. Там оказывается, хочется вслушаться в многообразие музыкальных инструментов, там столько переливов необычайно красивых. И ты встречаешься, и сердце прям навстречу устремляется этой мелодии, этой музыки волшебной, преображающей. Хочется вслушиваться и вслушиваться в эти звуки волшебные. Когда встречаешься с названием мелодии, сразу уже настраиваешься сердцем на то, чтобы попасть в это пространство встречи с чудом, музыки, преображения для создания светлых образов. И сразу уже твое сердце настраивается почувствовать, что же за светлые образы создает эта музыка. И как-то такое ощущение, что немножко с другой стороны начинаешь слушать музыку, по-другому вслушиваешься, стараешься расслышать что-то такое важное-важное, преображающее. И действительно, в сердце начинаются эти перемены, такие светлые, чистые.